российском полигоне Мулина армянских военных поприветствовали хлебом и солью. А как командующий военными Армении Сасун Бадасян и российский полковник Виктор Журавлев отметили, что во время учений совместно отработают боевые задачи. Полковники пожелали удачи армянским военным и надеются, что все задачи в ходе учений будут выполнены на отлично. После чего прозвучал гимн Армении и России. На следующий день, 5 сентября утром, армянские военные были в автопарке, им сдавали боевые транспорты и вооружение, наши военные к этим учениям готовились неделями ранее. В учениях «Запад-2021» с армянской стороны будут участвовать танковые, мотострелковые и дивизионные войска. После получения боевых транспортов, наши военные тщательно проверяют. Девятого сентября в полигоне Мулина состоялось открытие учения «Запад-2021», на плацу поднялись флаги участвующих стран. Поприветствовали также командиры участвующих стран. Никола Панков отметил, что учение «Запад-2021» носит исключительно оборонительный характер. Поздравляю вас с открытием учений «Запад-2021». Уверен, что к концу учений мы совместно получим новый опыт и зафиксируем дружественные отношения между нашими народами. Учения «Запад-2021» будут проходить в 4 белорусских и 9 российских полигонах. В учениях будут участвовать Армения, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и 4 других стран будут в качестве наблюдателей. На территории Беларуси и России в учениях задействованы около 200 тысяч военных, 80 самолетов и вертолетов и до 700 единиц разной военной техники. Чтобы быть в курсе событий, подписывайся на канал Army Life.